Рабочая поездка началась со встречи с общественниками, депутатами городской думы и сотрудниками администрации Нефтеюганска. В начале беседы парламентарий заострил внимание на важности поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Также Павел Завальный коснулся вопроса повышения эффективности адресной социальной помощи тем, кто остался без работы по причине локдауна. Вопрос занятости, уровня доходов – это самые главные вопросы, которые требует решения, это с точки зрения социальной поддержки людей и вопрос развития экономики. Сейчас все вопросы будут подняты на федеральный уровень, будет дано больше возможностям регионам решать эти вопросы. Депутат пояснил, что поддержка будет в первую очередь направлена на развитие системы переподготовки кадров, в том числе предпенсионного возраста. Также новый законопроект коснется вопроса трудоустройства местных специалистов в других регионах и поднятия престижа рабочих профессий. Чтобы они были востребованы, чтобы имели возможность не просто трудиться, а на высокопродуктивных рабочих местах и, соответственно, иметь хороший доход для того, чтобы можно было решить свои житейские проблемы, создать семью, решить жилищные проблемы, в ипотеку тоже вступить и так далее. Помимо этого, парламентарий акцентировал внимание нефтеюганцев на важности лекарственного и медицинского обеспечения в муниципалитетах округа. В ходе встречи у собравшихся была возможность напрямую задать депутату Госдумы интересующий вопрос и передать парламентарию наказы от жителей города. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».